даже несмотря на результат, мне кажется, каждый может сказать, что не зря провел время. Были, значит, красивые комбинации как через центр, так и через фланги. Видно было, что центральные хавбеки хорошо работают у команды оргкомитета. Что касается нашей игры, конечно, нам стоит прибавлять, работать над собой. Прежде в первую очередь, конечно, над игрой в атаке, ну и в обороне тоже, конечно, не забывать. Ну что, тяжело, конечно, первый раз собрались, команда не сыгранная, первый раз друг друга сегодня видели. Но, думаю, есть над чем поработать, будущее есть, поэтому в следующий раз дадим бой уже более серьезно. Ну, сегодня была очень убедительная победа, мне кажется, нашей команды, оргкомитета. Все очень явно настраивались на игру. Сопернику тоже надо отдать должное, потому что ребята старались, бились в центре. Думаю, что они скоро усилятся еще раз, и когда мы будем играть, и будет еще достойная битва впереди. Спасибо за игру, сборная оргкомитета. Всегда рады. Конечно, буду рад видеть всегда ребят из промсервиса Олимпстроя здесь, в Кудепсе, на следующей неделе. Конечно, будем стараться каждую неделю сюда выбираться и пытаться такие матчи устроить. Ну, как говорится, до новых встреч. Будем рады видеть наших болельщиков. Вот, Саня, это по-нашему. Спасибо.